когда работа над фильмом, который вы сейчас увидите, подходила к концу, мы пригласили в киностудию Галину Сергеевну Уланову. Вот я имею в виду. Может быть, там будет лишь такая. В наш фильм включены кадры, запечатлевшие отдельные эпизоды жизни и творчества замечательной балерины, снятые в разные годы. Чаще всего они снимались операторами кинохроники во время спектаклей и концертов и не предназначались для большой картины. Поэтому, если вы видели Уланову на сцене, ваша память дополнит этот фильм. Если нет, то знайте, он всего лишь эхо. Отзвук того, что называется искусством Улановой. Танцует ли она романтический этюд Шумана? Предстает ли на сцене загадочным, таинственным черным лебедем? Поэзией овеяны все образы, созданные Улановой. Веселая, добрая Золушка. Пушкинская Мария из Бахчисарайского фонтана. Звездная Тао Хуа, танцовщица в красном цветке. Шекспировская Джульетта. Самозабвенная в своей любви Жизель. Исполняла, пожалуй, больше всего я люблю Жизель. Есть 2-3 партии еще, которые мною исполняются. Это Джульетта, Адетта «Лебединое озеро» и Мария «Бахчисарайский фонтан». Все они классические партии, все они имеют, в общем, и разное, и одно лицо. Я как-то привыкла работать не на разных и разнообразных вещах, а я во всех своих ролях, которые мне приходилось делать, провожу все же какую-то единую линию. Не знаю, насколько она у меня получается в них, но я придерживаюсь какой-то большой глубины человеческих чувств, отношений, самопожертвования ради большого, глубокого, чистого и честного. В книге, которая называется «Школа балерины», Уланова рассказывает о своем детстве.
о том, как такой вот девочкой начала она свои первые шаги в искусстве. Рассказывает о прославленной ленинградской балетной школе, о том, как стала она балериной. С благодарностью вспоминает она своих учителей и среди них свою мать, Марию Федоровну Романову. Именно она воспитала в ней чувство артистического долга, пробудила любовь к театру. Только труд, каждодневный и напряженный, может создать легкость, красоту и музыкальность танца, говорит Уланова. И действительно, танец Улановой в Шопиняне – это как бы зримая музыка. На музыке Чайковского я выросла, рассказывает Уланова. Она часть моей души. Ведь первой большой партией, которую я танцевала в театре, была роль Одетты Адилии в балете «Лебединое озеро».
Так из-за кулис внимательно и строго следил за Уланова ее отец, режиссер балета Сергей Николаевич Уланов. Даже самые скупые слова его одобрения значили очень много для молодой актрисы. Он научил ее любить природу. «Вошла в наш внутренний мир», — писала Уланова, «вместе с первыми впечатлениями красоты ее лесов, свежести ее ветров. От моей любви к природе шло мое юношеское увлечение Левитаном. Левитан, Серов, Врубель открывали перед ней прекрасный мир искусства». В юности и по сей день Уланова часами может бродить по залам картинных галерей. Уланова побывала во многих странах. Она видела древний Египет и небоскребы Нью-Йорка. Никакие самые яркие впечатления в этих странах не могли заменить ей той радости, которую испытывает она от задумчивой красоты русской природы, русской музыки, поэзии. Соприкосновение с гением Пушкина привело Уланову к новым поискам правды и глубины человеческих образов, возникающих на балетной сцене. Создавая образ Марии в балете «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, я нередко обращалась к царскосельской статуе и в поэтическом облике девушки, вечно печальной, над вечной струей искала черты Марии Нежной. Пленница хана Гирея, юная польская княжна Мария вспоминает дни свободы.
любила и была счастлива любовью Вацлава, любовью высокой, рыцарственной. И поэтому так страшна ей теперь неистовая страсть Пирея. В спальне Марии появляется ревнивая Зарема. Жизни Булановой знаменательным событием была встреча с композитором Сергеем Прокофьевым, автором балета «Ромео и Джульетта». Уланова рассказывает: «Облик Джульетты я искал в литературе, в живописи эпохи Возрождения». Состоялась в Ленинграде, ее родном городе. Затем этот балет стал одним из лучших спектаклей Большого театра. Девочка.
безмятежно танцует юная Джульетта на своем первом балу. Ее судьбу. Она еще не знает, что юноша принадлежит к роду Монтекки, заклятых врагов ее семьи. Тайно обручил Ромео и Джульетту. Но волей родителей Джульетте предназначен нелюбимый Парис. Thank you.
Джульетта выпила снадобье, которое должно усыпить ее и избавить от того, что угрожает ее любви. Покончить с собой. Печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. В балете композитора Глиера «Красный цветок» Уланова создала образ трогательной и героической китаянки Тао Хуа. Несколько лет Уланова побывала в Китае. В Пекине она встретилась с Мэйлан Фаном. Замечательный актер с удивительным искусством передает хрупкую грацию и своеобразное изящество китайской женщины. Уланова наблюдала и простых девушек. В их облике находила черты для своей Тао Хуа. Балета происходит в дореволюционном Китае. Тао Хуа – танцовщица. Она танцует перед советскими моряками, корабль которых перешел в ее родной город.
советским людям. Она не хочет больше повиноваться своему жестокому господину Ли Шанфу. Советские моряки дарят Тао Хуа красный цветок, символ свободы. Классическая партия Жизели стала спутницей всей творческой жизни Улановой. И в этой роли она верна своей теме, в своей вере в людей, в силу их любви и чистоты. Душная Жизель навстречу любви. Thank you.
Возлюбленный оказался знатным юношей. Его клятвы ложью, любовь обманом. Жизель потрясена. Меркнет ее разум.
Жизели трагически обрывается. В этом образе тени Жизели воплощена мысль о бессмертии истинной любви. Без конца вызывают зрители Уланову после каждого спектакля. Балете «Золушка» знаменитый французский киноактер Жерар Филипп сказал: «Увы, кинофильмам никогда не передать все ее обаяние и нежность, которые уловил наш глаз». Вместе с артистами прославленного советского балета Уланова танцевала в Нью-Йорке и Лондоне, в Каире и Берлине, в Пекине и Париже. Знаменитая балерина поражала зрителей не только силой своего искусства, но и необыкновенной скромностью. Ее явное равнодушие к рекламе сначала очень удивляло западных критиков, но постепенно завоевало глубокое уважение всех. Писатель Альберт Кан в книге об Улановой говорит о ее трудолюбии, демократизме и простоте, о ее искренней непосредственности. Но главная черта Улановой – безграничная, самоотверженная преданность искусству. Что бы ни танцевала Уланова, Жизель, Джульетта или умирающего лебедя Сен-Санса, она всегда поражает своей одухотворенностью.
В Нью-Йорке и Лондоне люди целыми сутками простаивали в очередях, чтобы достать билеты на спектакли Большого театра. На разных языках воспевают ее искусство. Пишут о том, что чистота, правда и грация исходят от нее, как свет от звезды. Но сама она говорит, успех наших спектаклей – это торжество советского реалистического искусства, человечного по своей природе, насыщенного оптимизмом, верой в прекрасное. О ней пишут книги, известные художники стремятся запечатлеть ее облик. Первой актрисой, получившей Ленинскую премию. Ее поздравляет старейшая русская актриса Яблочкина. К ней тянется артистическая молодежь, которой она стремится передать все, что узнала за свою большую и прекрасную жизнь в искусстве. Терпеливо и любовно репетирует она с юной балериной Максимовой. Это не только всемирная слава, успех, аплодисменты. Это прежде всего труд. Труд, позволяющий добиться в танце поэтической невесомости, легкости и свободы. Она танцует романтическую Шопеняну. Ее танец кажется воплощением человеческой мечты о красоте. Рассказывает о том прекрасном, что есть в жизни, что существует в человеческом сердце.